Сегодня в конференц-зале Березняковской администрации прошло заседание комиссии по социальному развитию Думы. На повестке дня 10 вопросов и несколько актуальных тем из раздела «Разное». Одна из основных задач, которая стоит перед депутатами – назначение старост в сельских территориях. Это деревни Володин-Камень, Турлавы, Кондас и Левина. Народные избранники рассмотрели предложенные кандидатуры. Решение примут на ближайшем заседании Думы. Кроме того, представители городской администрации отчитались о проектах инициативного бюджетирования. В этом году в Березняках реализовано 5. Это детские игровые комплексы в городском парке и в селе Пыскар, а также площадка для выгула и дрессировки собак. Еще 2 проекта – спортивный комплекс на Красноборово 5 и в микрорайоне Южный. Отмечу, в этом году также ведутся работы по реализации новых проектов. О том, какие изменения предлагают внести в городской бюджет, а также о результатах программы по привлечению педагогических и тренерских кадров, расскажем подробнее в ближайших выпусках наших новостей.